Мазда 2. Радио не работает. Работает, но нету звука. Так, сейчас попробуем кое-что сделать. Заработало. Так, теперь выключим. Вытащим ключ, поставим ключ обратно. И что у нас тут? Работает? По-хорошему надо, конечно, снимать все, разбирать, смотреть, что там. Какой-то контакт, может, в самом радио отходит, я не уверен. Но человек не сильно хочет платить за то, чтобы все разобрали, вытащили, посмотрели. Сказали, например, что надо менять радио. Радио еще пойди найди такое. И сколько это будет стоить. В общем, денег нету. Ну, вот. Быстрый ремонт. Надеюсь, что было полезно.